We are here in the unrecognized country of Abkhazia, and the presidential elections are in full force here in the capital, Suhum. We can see many people are giving their voice and saying who they want is their next president, regardless of who says that they are not an independent country, even though across the world they are listed as part of Georgia. They have made their claim and said they are their own country. And once again, they are voting for their new president, and their voice will be heard. And the rest of the world needs to understand that they are their own country. Можно сказать, как обстановка сегодня? Все нормально, явка хорошая. На 11 часов уже проголосовало у нас 155, а по дополнительному у нас 27. Угу. Все хорошо, все нормально. Люди идут как на праздник. Да? Конечно. Ага. Можно представиться себя? Нона Шаликовна. Ага. И вы какой? Председатель. Да? Участок. Ага. И как, сколько всего людей у вас? Всего 1076 избирателей у нас. И сколько вы ждем? Ждем, думал? Наверное, где-то... Около 70%, да. Mm-hmm. Около 70%. Mm-hmm. Хорошо. Well, спасибо большое. Пожалуйста. И еще раз вопрос. Есть был делегация здесь или нет? Что это? Делегация были? Нет. Нет. Нет, пока нет, да? Нет. Ага. Нет. А вы откуда? Я родился в США, я американец, но я уже жить в Донецке, 5 лет. Я военный корреспондент. Донецкая республика, значит, да? Да-да-да. Очень приятно. Очень приятно. Ну как, Абхазия вам? Я очень нравится погода, море, город. И люди хорошие, самое главное. Да-да-да, гостеприимный народ. Конечно. Законопослушный народ. Конечно. Да. So, спасибо большое. Пожалуйста. And we hear from the person running the polling station and the election booth here. The people are coming out. From first look, it doesn't seem like there's a lot, but it's still early. She says over 150 people have given their voice today, just here in this area. Every area has its own voting station, so we're gonna continue on and see what it's like throughout the city. But this is one of the areas and more of the center of the city, so we're gonna continue on, but we see many people have voted here. So the election, from everything we can see, seems to be going great. The election is in full force at this point. So a lot more to come, so please subscribe, share this video across all social media, and help us show the world that the Abkhazian people are giving their voice and making their claim and saying who they want is their new president, regardless of what the rest of the world says, whether they're an independent country or not. They're giving their voice, and they're saying what they want. Как вы подумал обстановка на выборах сегодня? Сегодня я только сейчас прибыл. Я думаю, все нормально идет. Да? Да. Я информацию за всю Абхазию не знаю, но здесь у нас спокойно все, и предвыборная кампания была нормальная, и дебаты были очень нормально, уважительно, корректно друг к другу, никаких оскорбительных выпадов. Я думаю, на высоком политическом, культурном уровне наш народ встречает, многонациональный народ, абхазский народ и многонациональный народ Абхазии. Я думаю, что есть у Абхазии, пример могут взять там Грузии, Украине. То есть здесь смотрят, как у нас проходит. Я думаю, вот так. Как вы чувствуете, Абхазия это как
это независимая сторона или как? Абхазы это коренные жители с этой страны, республики Абхазии. Это тысячелетиями они здесь жили. Правда, их количество меньше стало в связи с 19 веком. Вот, насильная депортация, выселение было. Русско-кавказская война – это трагическая история. Сейчас историю я здесь не буду рассказывать, но вследствие этого количество абхазов, значит, стало меньше. Она даже под угрозой этнического сохранения. Не имея государственности, абхазский народ не может сохранить себя. И потому это ценят, потому столько крови, потому столько людей погибло за эту свободу, независимость. И сегодняшние выборы тоже показывают, что имидж республики надо дорожить, и никто не позволяет какие-нибудь действия, которые выходят за пределы Конституции, закона Республики Абхазии. Я думаю, будет соблюдаться до конца. За всех их гарантировать невозможно, но если даже какие-то будут, я буду считать провокацией, какой-то с умыслом. Все равно наши силовые структуры разберутся, быстренько разберутся, что к чему. Я думаю, нормально сегодня пройдут. Это что касается этого участка. Я информацию не имею, за все Абхазию. So we've heard it from the locals themselves. This is a honest and fair election, as what this man that just told us thinks. They don't foresee any problems with this election. We see the people are here giving their voice, and we're going to continue to investigate this to the best of our abilities. So again, subscribe, like this video, and share it across all social media.